меня вине. Просто не смог сделать ей подарок. А сколько? Ну все равно я тебя очень сильно люблю, хоть и без подарка. И маму сильно люблю. Поэтому. Только дед Мороз. Зимний подарок. А меня... Это же ты поцелуй. Просто потому что. А мне зимний, ну. Просто потому что тебе извинять не за что. Ты мне не подарил. Все про що я мечтала. Все-все. Поэтому. А главный твой подарочек це помишка поцілунки. Ти ж помниш, не коли не коли не так не візьме. Анютка, ты очень плохо себя вела в этом году, поэтому подарка тебе не предусмотрена. Но если ты немного потрудишься, Дедушка Мороз подумает, может сделать тебе маленький подарочек, следуй по карте. Так, в общем, давай выезжаем, пальцем показывай, куда ехать, а мы будем потом. Да. Куда? Влево, вправо идем? Влево. Если я потом в этот дом и потом поедем, значит влево. Склад. Ну нема следов, значит. Значит, что-то мы не туда пошли. Что там? Нет ничего. Итак, начало положено. Судя по карте, то мы здесь, и это только начало. Твой. Я так понимаю, мы собираем фразу.
Ёлочку забираешь? Ёлочку? И хотя бы игрушку. Без же игрушку. Слушай, мне казалось, что в другом месте мы будем. Так, ну что, ты определилась, куда дальше? Так, дальше наверх. Выезжаем отсюда на главную дорогу и направо. Да? Вверх, да. Ага. Здесь точно были звезды. Ладно, поехали. Что вот это за яблочко? Яблочный сад. Яблочко. Яблочный сад, подожди, яблочный сад. Что яблоки. Что? Яблоки когда-то мы собирали, но я вообще не помню, куда туда ехать. Что, куда? Направо. Направо вверх. Здесь мы смотрели на звезды. Это я помню. Вот тут как-то нарисовано. Тут я не помню, с какой стороны мы все остановились. Где нам тут? Стой. Вот здесь. Стоит, да? Да. Даже далеко за ним. Что мы там ищем? Так, мы ищем вот это. Вот это. Это что такое? Это мы смотрели на звезды. Это там, но мы далеко остановились. Мы смотрели. Сбоку. Нет, это надо перчатку снимать. Ну, это пошли пока, искать. Что мы именно ищем? Вот это. Вот это что? Вот здесь. Вопрос. Что мы ищем? Что мы ищем? Мы ищем место, где мы останавливались. Ну, давай искать место. Мы именно на каком-то месте останавливались. Давай. Так. А можно пользоваться подсказкой? Нет, конечно. Ну что, вот сама... смотри, свежие следы. Ты должна сама. А, подожди, это вообще трактор. Ну да. Давай, я на тракторе был здесь. Так, мама, ты была там? Нет, я помню, мы были здесь. 100%. Я даже не умею слова говорить. Да. О, тоже бутылка. Только без елки, да? Чем мы здесь? Ну так о чем мы здесь ходим, если мы здесь не были? Не, ну. Там, где мы были, там деревьев точно нету. Вот в чем вопрос, да? А там, видимо, нарисовано дерево, да? Блин, а она в кукурузу идет. Любима, ты кукурузы наелась дома? Так, все, двигаемся, читаем в машине. Потому что фонарики садятся, а времени нет. Слышь, уже 3 часа ночи. Серьезно? Так нам скоро фонарики не пригодятся. Рассвет нас спасет. Ну. Что там? Вот. Так, вот а первое у нас было под. Вот. Твой
под. Так, поехали дальше. Твой под. Теперь едем сюда. Что там? Ого, слышишь, сейчас будет полный варенки. Давай я быстро снимать буду. Тут будешь сидеть? Нет, там. В машине? Да. Послали. Анютка. Анютка, почему тебя носят по всему городу новогоднюю ночь? Почему? Почему тебя носят? Потому что я за здоровый образ жизни. Не важно, это новогодняя ночь. Или день. Ночью дышится свежее. Да. Так, теперь мы едем. Так, что у нас там по времени? 3:40. И что, обратно едем, да? Да. Да. Ты как чувствовал? Вот это вот нарисовал рассвет. Я думаю, мы в рассвет туда и попадем. Так, теперь мы едем. Фокуса нет. Так, ну ты же. Так, вот сюда мы едем. Ну где-то здесь стой. Да. Да, это было где-то здесь. Так. Теперь получается, нам нужно найти где-то здесь была плита, если я не ошибаюсь, либо же какие-то камни, куча, что-нибудь. Вы запустили свой фонарик. Запомните этого человека. Надеюсь, тут не будет вопросов, что я делаю ночью. Подарок. Итак, складываем все, что у нас есть. Не рановато. Ну, хотя бы понять, я уже забыла, что было в начале. Ага, твой. Твой подарок. Твой подарок под. Твой подарок под. Мой подарок под. Так. Это неплохо. Мой подарок под. Значит, у меня все-таки будет подарок. Все, теперь время пить кофе. Утренний кофе. Давайте, чтобы в следующем году было лучше, чем в прошлом. Успешный.
В этом году, точнее. Ой, в этом году, чтобы было лучше, чем в прошлом году. Так, мы отсюда плавненько едем вот сюда. Вот я, допустим, не знаю, куда это. Что это такое? Не бойся. Колодец? Это не колодец, там нет колодца, я тоже так думала, это мост. Мост? Мост, да. Это колодец. Чё это? Ну, похоже на колодец. Ну, ладно, ну, похоже, да, но там мостик был. Не, может, там где-то дальше есть колодец, мостик? Только дерево меня смущает. Мы были вот здесь. Посуду я плачу. Нет! Ну что, последняя бутылка? О, есть. Итак, итак, я не дотерплю. Подарок находится под елочкой. Это была лучшая прогулка в моей жизни. Покупаться не хочешь, Рычка? Что мы там имеем? А мы имеем то, что выезжали мы отсюда. Сначала были здесь, потом здесь, потом здесь, потом здесь. И в конце мы приехали сюда. И в итоге оказалось, что мой подарок вот здесь. Так что сейчас едем сюда. Да. Ты уверена, а что там было написано на листочках? Что мой подарок находится под елкой. А ну.
это тоже мое, это же подарок. Конфеты. О, слышишь, конфеты, а ты, конечно, не твоя. Ты надеялась, что под чужой елкой будет твой подарок? Поищи внимательнее под своей. Идем. Елку раскапывать не обязательно. Да он, скорее всего, клад закопал, наверное, в песочку там. Нужно. Да я смотрю, что там что-то залеплено. Нужно взять и раскопать там песок. Рукам. Что, серьезно? Не, ну я же не знаю, может быть, ну, мало ли, Дедушка Мороз додумался. Мне, наверное, случай с лопаткой. Стейк. Дедушка Мороз, передавай привет, а ну что-то там. Вряд ли. Что, жестко, да? Не мог Дедушка Мороз сюда закопать. А дедушка як написав там? В письмі як дедушка написав? Помниш? Я довго гуляла. Я не помню. Чого там? Що там таке? Що там, дедушка? Нічого себе. Опа, шоколадка! Так це не Дедушка Мороз зробив подарок. Це Петя зробив подарок. В этом году год петуха. От Петя Порох зробив вам подарок. Шоколадка, да? Чужого. Шоколадка Рошен. Опа, що ж там за шоколадка така вкусна, а?